How do we know whether a person is beautiful or ugly? What one person considers attractive is completely different from what someone else thinks. This is especially true when comparing the perception of female beauty across different countries. The beauty standards set by the society differ in South or North America, in Asia or in Europe. And today we'll talk to women in the streets of Moscow to find out what being beautiful means in Russia. Привет, как ты думаешь, какие девушки считаются красивыми в России? Мне кажется, что здесь есть два варианта. Во-первых, это такой стандартный образ красивой девушки, которая по идеальным критериям – это идеальная грудь, идеальная внешность, идеальная кожа, идеальные волосы. И второй критерий – это такой образ, это естественная красота. Я думаю, что это зависит от культурного пласта, к которому относится человек. Я актриса, и для меня очень много красивых женщин, которые, да и вообще все женщины красивыми кажутся мне, потому что я вижу красоту в них какую-то свою особенную. А стандарты? Нет, у меня есть, наверное, свои стандарты. Какие? Дженнифер Энистон в молодости. Я видела, как она сделала себя, и это просто очень-очень страшно и грустно. Она вообще не похожа на себя. Но мне кажется, что в России сейчас самые главные стандарты – это ногти, ресницы, губы. У меня очень много старых знакомых, с которыми я уже не общаюсь, сделали губы. Вот прям вот такие. И мне кажется, что это страшно, грустно, и мне очень-очень жаль этих девушек, которые вставляют себе что-то, делают себе что-то, вкалывают, потому что, это же очевидно, что в прогрессивном обществе уже не может быть такого понимания красоты, и вся натуральная красота, мне кажется, должна цениться, и все такое. Я думаю, самые красивые девушки в России. Наверное, красоту видно сразу. Это должна быть худенькая, миловидная, гармоничная. Я думаю, что красивая девушка – это гармоничная девушка. По-моему, это очень индивидуальная и относительная вещь. Я всегда считала, что красота – это в глазах смотрящего. Но в России, наверное, так, если по общим стандартам, то, предположим, какая-то светленькая девочка с голубыми глазами, с бледной кожей. Хотя, например, лично у меня стандарт красоты немножечко другой. В первую очередь, это добродушные, отзывчивые и, естественные, наверное. Я считаю, что девушки в России, они натуральные в первую очередь, которые любят себя без макияжа, и любят себя абсолютно любой. In the US, now there is a trend of body positivity movement focused on empowering overweight individuals. In Africa, in fact, a plump woman is considered prettier than a skinny one. In most countries, though, ads and Instagram instill an idea that a woman must be skinny in order to be beautiful. And these social media inspire millions of girls to follow particular diets. Well, let's find out what body type Russian girls strive for. Как вы думаете, к какому телосложению стремятся большинство девушек? Я думаю, к достаточно астеническому. Худенькие сейчас, наверное, более популярно себя чувствуют. Мне кажется, средний, как стандарт красоты Венеры Милосской никто не отменял. Это идеал. К стройному, однозначно стройному. Вообще, в последнее время, и я этому очень рада, девушки стремятся к спортивной фигуре. Они любят заниматься спортом, и для них это становится как стилем жизни. И я считаю, что это огромный плюс и рывок для нас, для русских девушек, потому что, я считаю, когда ты любишь свою фигуру, и ты смотришь на себя и довольствуешься, то у тебя непроизвольное настроение всегда на сотке. Я думаю, тонкая талия, тонкие ноги, подтянутая фигура, спортивная. К стройному, худому, стройному. Я и сама все равно грешу тем, что я толстая, надо похудеть. Хотя, конечно, не хотелось бы так уже думать про себя.
Да, я думаю, что к стройному. Ну, например, моя подруга, она худенькая. Это красиво. Я полненькая. Это круто. Я считаю, что ну, я счастье, и счастья много не бывает. Я очень ценю девушек, действительно, которые любят себя такие, какие они есть. Потому что ну, я себе нравлюсь такая. Я не хочу быть худой, я не хочу быть слишком толстой или еще какой-то. Мне в таком телосложении очень комфортно. Я очень кайфую от тех людей, от тех девушек, от тех даже молодых людей, которые большого телосложения, либо даже худые, неважно, как себя человек позиционирует, как он себя комфортно чувствует, таков он и на самом деле. Мне кажется, очень многим нравится телосложение 90-60-90, ну или как бы форма песочные часы. Это может быть и не 90-60-90, а больше, меньше, просто что это очень визуально красиво смотрится. А ты лично сидишь на диете или занимаешься спортом для того, чтобы либо похудеть, либо поддерживать форму? Я никак не поддерживаю форму, я кушаю то, что мне нравится, и я не могу сидеть на диете, потому что я не люблю себя чем-то ущемлять, вот. И за последнее время я набрала 15 килограмм, и я думаю, что это круто. Абсолютно нет. У меня интуитивная диета. Я питаюсь по интуиции. Я ем то, что я хочу. Это интуитивная диета называется. Нет, я ни на чем больше другом не сижу. Нет, я не сижу. Нет, никогда не сидела, но люблю поныть. Нет, я очень люблю кушать, и я считаю, то, что не нужно себя морить голодом, чтобы быть красивой. Просто нужно наслаждаться жизнью. Раньше я сидела, да, и не на очень полезных диетах. Вот, потому что максимально некомфортно себя в своем теле ощущала. А вот в этом году я просто начала спортом заниматься, разными программами с Ютуба, то есть я там даже лишние деньги за тот же самый фитнес не платила. И просто, ну, правильно питаться, то есть что в моем понятии правильно питаться, не есть фастфуд, чипсы. Хотя в этом я тоже иногда себе не отказывала, но тем не менее на 10 килограмм за год похудела. Some beauty procedures that might seem bizarre to you are perfectly normal in other countries. For example, the Chinese practice foot binding because they're obsessed with small feet. South Koreans go to extreme to make their skin white. In certain cultures of Africa, women start wearing brass rings on their necks from young age because a long and a slender neck is considered attractive. Overall, different plastic surgeries on face and body are carried out throughout the world in attempts to reach the unattainable perfection. Сколько времени и денег ты тратишь в месяц на какие-либо процедуры красоты, если они есть? Да, они есть. Времени не так много, там, ну, часов 5 от силы в месяц, все вместе. А денег это около 4000. У меня просто маленький ребенок, и вот этой маленькой красавицы, у меня еще есть малыш, он ему 1.5 года, и у меня просто мало времени на это. Поэтому я хожу только маникюр, педикюр и, может быть, раз к косметологу, в лучшем случае успеваю попасть. Не очень много в данный момент получается, может быть, 15-10, так. Я не трачу никаких денег, максимум маникюр и то иногда. Natural beauty, ребят. Я, наверное, сейчас не скажу. Раньше я тратила, мне кажется, 1005. Я наращивала ресницы и делала ногти. Вот, сейчас я, ну, нет, мне кажется, я не трачу на красоту. Ну, максимум какие-нибудь крема докупить. Денег я уделяю немного. То есть, ну, это потолок может быть 3-5 тысяч в месяц. Именно если на процедуры, то 5-6. Как-то так. Чаще всего и в основном только маникюр и иногда брови. Около от 20 тысяч, наверное. А какие процедуры? Если в целом, то маникюр, иногда осветление волос, педикюр, иногда чистка лица. Ну, что-то такое в основном. И в основном, ну, трачу на уходовую косметику какую-то. Ну, мне кажется, где-то, наверное, 1020-15, но это
плюс-минус. Это лазерная эпиляция, маникюр, педикюр, окрашивание волос. Ну, еще чистка лица, но это очень редко я хожу. Наверное, от 10 до 20 тысяч рублей, наверное. Я делаю косметолог. Это маникюр-педикюр, это ресницы, это депиляция. Это что-то, какие-то процедуры с волосами. В этом месяце было очень много потрачено, но я думаю, что больше 150 может быть, но это не считая вещей. Массаж 2 раза в неделю, спортзал 4 раза в неделю и косметолог. Все, что я делаю, это мажусь перед сном кремом и хлоргексидином протираю лицо, волосы, шампунь и кондиционер. Да, все, какая я экономная. А вы замечали какие-нибудь тренды красоты в последние годы в России? Тренды? Губы? Естественно, вот про них я сразу и сказала. Вот эти тренды красоты, искусственная красота, когда все люди хотят стать одинаковыми. Все делают себе большой подбородок, очень маленький нос и очень большие скулы. Меня это даже несколько пугает, потому что потом смотришь, и, к сожалению, возраст это добавляет очень сильно, да? То есть мы смотрим на молодых девочек, а они кажутся очень взрослыми, и непонятно, сколько кому лет. На год до 10 как ты оценишь свою внешность? Господи, я прекрасна. Мне кажется, это 100%. Ну, серьезно. Типа 10, да, 10, 100%. Ну, я думаю, что 8-9, да. А почему не 10? Ну, потому что у меня есть, наверное, какие-то свои комплексы еще пока, но я над этим работаю. На 10. 10. Я считаю 10. Последний месяц у меня просто какое-то потрясающее настроение. Я думаю, 10. 9. Почему 9? 9? Ну, я не знаю, я перфекционист. Мне всегда есть к чему стремиться. Когда я была помоложе, я выглядела, конечно, наверное, лучше. То есть, мне сейчас 40 лет. Конечно. Я думаю, что, ну, может быть, 8-7. На 10. Однозначно. Думаю, 10. На 8. Почему? Ну, потому что я думаю, что нет предела совершенства. Можно над чем-то работать всегда. А 8, потому что достаточно уверенная, наверное. 5. Почему? Потому что есть к чему расти. 10 из 10. На 8. Почему не 10? Почему не 10? Ну, есть еще маленькие моменты, которые я бы хотела исправить. Ну, наверное, 6,5. Почему? Потому что у меня в голове до сих пор сохраняются мысли что-то поменять в себе, а это, наверное, не окей, то значит не десяточка точно, значит. Ну, наверное, на данный момент на 8. Почему? Потому что, ну, мое телосложение, оно не песочные часы, допустим. Это очень сложно сделать, и пока у меня нету столько времени для того, чтобы сделать песочные часы. Также мне не хватает времени заниматься своим здоровьем. У меня не чистая кожа, хотя я знаю, как это делать, но у меня просто нету времени, поэтому пока 8. Я не сильно много сил вложила в себя. The beauty is always in the eye of beholder, but then it depends on what the beholder considers beautiful, isn't it? Probably the real beauty should come from inside out, from one's soul. And you can see the real beauty when a person is... Любит себя. Не пытается понравиться. Естественен. Уверен в себе. Здоровый. Добрый. Любит себя. Счастливый. Богат душой. Влюбленный. Целеустремленный. Обожающий себя. Который любит себя. Уверен в себя. Привлекает внимание. Красив душой. Да. Который идет к своей цели и не смотрит в пол, смотрит только вверх.